spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня в нашем обзоре представлена серия безинерционных катушек, которая выпускается знаменитой японской компанией Daiwa. Перед нами линейка под названием Ernessa Deer. Она состоит из двух моделей весом 275 и 280 граммов. Передаточное число одинаково и составляет 4,7 к 1. Давайте поближе рассмотрим экземпляр с индексом 3000. Daiwa Ernessa Deer выполнена в глянцевом черном цвете с серебристыми элементами. Ее основное предназначение – оснащение спиннинговых удилищ. При производстве корпуса Hard Bodies применен специальный металлический сплав, а ротор сделан из современного композита. Благодаря этому катушки сочетают в себе легкость и прочность одновременно. Стоит отметить и реализацию концепции Real Foam, дающую надежность и плавность хода. Внутри установлен механизм с шестерней DigiGear. У представленной модели за один оборот рукоятки выматывается 70 см шнура. Конструкция предусмотрена установка 5 высококачественных подшипников шарикового типа, причем два из них класса CRBB. Есть и мгновенный стопор обратного хода. Он не позволяет ротору случайно провернуться в обратном направлении. Перфорированная шпуля ABS имеет форму обратного конуса, что снижает риск образования петель. Лесоемкость в зависимости от размера может составлять 190 метров монофила толщиной 0,25 мм или 185 метров сечением 0,30 мм. Для крепления установлена небольшая пластиковая клипса. Также отметим наличие полой дужки AirBell, а чтобы леска не перекручивалась, используется ролик TwistBuster. Передний фрикцион оснащается системой тонкой и плавной регулировки. И обратите внимание, шпуля снимается с помощью нажатия специальной кнопки, расположенной в средней части и защищенной резиновым колпачком. Флажок переключения реверса расположен сзади корпуса. В одном положении ротор вращается только в режиме намотки. В другом может крутиться в обе стороны. Рукоять сделана из металла и оснащается пластиковым Т-образным кнопом. Чтобы сложить этот элемент для хранения, необходимо нажать на специальную клавишу. Еще можно из леворукого варианта сделать праворукий. Для этого выкручиваем прижимной винт с противоположной стороны и меняем местами с ручкой. Daiwa Ernessa Deer комплектуется набором дополнительных шайб для регулировки качества намотки шнура, запасной металлической шпулей, полностью идентичной основной, а также фирменным матерчатым чехлом для хранения, горловина которого утягивается с помощью шнурка. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.